На третий дом построили. А вчера, в прошлый раз -то их это не было. Вы же в прошлом году гуляли? Да. До сюда. А фонтан поставили когда? Позапрошлым году? А в прошлом, наверное, мало здесь гуляли. Когда его строили? В прошлом еще летом строили? Да. Ну, видите, дом появился. А там были раньше гаражи. А рядом с гаражами там был завод. Этот, как его, кирпичный. Не знаю, там работал или нет. Частные дома еще вроде там должны быть. Построили дом. Плашмя. Что было классно, кстати, будет видно. И с одной стороны Волгу, и с другой стороны Волгу. И закат. Класс. Он как купается. Ба, на день. Там фотосессия, наверное. А, там девочка. Девочка, девочка. Что вы делаете, девочка? А, купальники купаются. Он по паре на телефон ее снимает. Фоткает, да, действительно. Рядом с Альдиной. Класс. Фотосессия. Ай, дай руку, дай ей руку. Я сейчас тебя потяну, потяну. А-а-а! Бутых. Ты ж не холодно ей, а? Что-то я подзамерзать начинаю. Хочешь попасть в YouTube? Сделаешь что-нибудь необычное. Сделаешь что-нибудь необычное и попадешь. Ну, сразу оделась и все. Думала, поймаю. Нет, не поймала. Вот. Так вот. Скупалась в Волге. Всем будет говорить, я скупалась 4 апреля. А помнишь, Жень, ты рассказывал, как ты в Волге скупалась? Какого апреля? А, октябре даже. Какого? Ходил потом, всем хвастался. А вот я искупался 30 октября в Волге. Все, ходил потом, хвастался, да? Был, был. У-у-у. Вот девушка тоже будет ходить. Хвастаться. Надо 1 января было купаться, а не октября. И не апрель уж тем более. Что там? Вода текет где-то. А вон там текет вода. Слышишь? Вода. Тут водопад. Не хрюка, пожалуйста. Хватит, что ли, Жень? Ну, некрасиво. Сосиски, да. Можно прямо это снимать этот водопад. Какое солнышко, смотрите. Облака какие красивые.